специальные самодельные светофильтры из царапанного целлофана, которые дают вот эти удивительные эффекты. Они слегка сложные. Красивый зато, такой интересный. Ну, так это вот, да. Это для красоты. Как сказал я жене, когда она спросила, зачем тебе, у тебя тут висит вот эта дохлая пыльная сушеная рыба? Для красоты. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Сегодня мы пришли к вам с видеостудией. Мы берем интервью известных магаданских личностей. И вы, как заслуженный художник, мы хотели у вас узнать много чего интересного. Первый вопрос, который, наверное, я бы хотела задать, он связан непосредственно с детством. Потому что, мне кажется, далеко не каждый человек вообще когда-либо бывал в подобной обстановке. И для меня, вот лично мне самое интересно, каково это жить в творческой семье. Ну, для начала, здравствуйте, Марго. Я рад вас видеть в своей мастерской. И отвечая на ваш вопрос, можно сказать, что, конечно, вот сама атмосфера мастерской и нашего дома, скажем так, безусловно, оказало на меня очень сильное влияние, потому что я с самого детства был окружен картинами, кистями, красками, то есть всем вот этим вот антуражем художественной жизни. И дома мы разговаривали об искусстве, и, ну, то есть атмосфера была самая располагающая к творчеству. Естественно, это во многом и предопределило мою будущую профессию. То есть у вас не было никакой мысли о том, чтобы там пойти не по стопам родителей? Ну, вы знаете, сейчас уже даже сложно вспомнить, что тогда было. Наверное, какие-то и были мысли, но все равно как-то вот, как вам сказать, общий вектор развития, он даже не предполагал каких-то ответвлений. То есть было понятно, что вот дети художника, они станут художниками. И мой брат точно так же стал художником. И поэтому вот мы всю жизнь провели в искусстве, по стопам родителей. А вот родители, они... Наверное, конечно же, вас поддерживали, но вообще, какие еще наставники, может быть, помимо родителей, были в вашей жизни? Это же путь художника. Ну, много было людей, конечно, и те, кто меня учил, когда я учился в художественной школе здесь, и потом, когда я учился в художественном училище в городе Куйбышев, который теперь называется Самарой, наш школьный учитель рисования, и случайные какие-то даже люди. Ну, художник же, как и любой человек, учится всю жизнь, понимаете? Что-то откладывает отпечаток, совершенно иногда бывают это случайные какие-то образы, книги, впечатления, все что угодно, подсмотренный у кого-то прием, какое-то прямое обучение. Здесь нельзя вот так вот твердо даже разделить, что, чего было больше. Потому что, когда особенно в молодости ты впитываешь информацию, которая тебя будет потом питать всю жизнь, она складывается из всех источников доступных просто. Вот. Ну, раз мы же заговорили об источниках, может быть, какое-то литературное произведение, какое-то художественное произведение, опять же, какой-то автор, что оказал прямо на вас особое влияние. Да. Ну, я боюсь, что все-таки вот так вот, наверное, сказать нельзя, потому что я очень много читал... И в юности, и сейчас продолжаю читать книг и старался достать какие-то редкие вещи, поддерживал контакты с людьми, которые интересовались литературой и то же самое изобразительным искусством. Конечно, было очень много интересного, скажем так, что не было в общем мейнстриме культуры Советского Союза. Было интересно вот какие-то такие полузапрещенные, может быть, вещи или малоизвестные. Это сложно даже провести грань. И отовсюду... поступали какие-то впечатления, опять же, вот эти даже чисто художественные приемы, понимаете, поэтому вот вычленить какие-то столпы даже, ну, это сложно, конечно, это, безусловно, и русская литература, которую нас учили в школе, но и иностранная литература, которая вот к нам попадала через различные журналы, книги, печатные издания, за которыми охотились там
также и альбомы по искусству, не все были доступны, некоторые передавались там из рук в руки, их было очень ограниченное количество. Здесь дело в том, что сейчас мы живем в такое время, когда информация, она очень сильно обесценилась, то есть вот ты набираешь в интернете любой запрос, и оттуда валится просто все, что угодно вообще. Совершенно бесплатно человек получает это все, не затрачивая никаких усилий. А раньше, чтобы, если ты слышал имя какого-то художника и посмотреть вот его картины, это была целая проблема, потому что было сложно найти и репродукции его, и печатные издания. Это, в общем, в этом смысле мир стал совершенно другим. А по мере развития, естественно, как бы у человека происходит определенное внутреннее развитие, меняются какие-то приоритеты и эстетические взгляды, наверное, так появляется жизненный опыт, поэтому сегодня мне нравится одно, завтра я нахожу что-то приятное уже в другом, какие-то новые повороты темы, может быть, новые идеи, поэтому развитие, оно непрерывно. И сейчас, скажем, в последнее время, да, я обращаю внимание на какие-то вещи, на которые в юности бы я, наверное, совсем бы их не заметил. Но, тем не менее, какие-то большие художники, что-то меня, что оставило большой вот такой след, оно продолжает меня сопровождать и всю жизнь. А вот я видела работы, которые были выставлены в нашем Магаданском театре. Меня они очень, скажем так, привлекли взгляд, потому что они... Вот даже на самом деле вот эта работа, они все очень в интересной технике выполнены. И как вообще к этому пришли? Оно выглядит прям... Вот, особенно вот эта неземная. Да, вы правы. Ну, это, наверное, такой, как сейчас попробую сформулировать, неоднозначный ответ, потому что здесь надо рассказать сначала я сам, и, во-первых, о моем вообще, о моей творческой профессии, творческой специальности. Я по творческой специальности график. Хотя я занимался и живописью, и скульптурой, и плакатом, и чем я только не занимался. Но все-таки я большую часть своего творчества я посвятил именно станковой графике. Я много занимался классическим афортом, различными другими видами гравюры, гравюры на линолеуме, на дереве, там, на чем угодно. Но в основном для меня это был афорт, то есть оттиск с металлической доски, понимаете? И в определенное время как-то мне пришла мысль, ну, подобные вещи я видел на выставках, скажем так, в Москве, в других городах, и информация доходила. И просто было интересно, когда люди используют вот смешанную технику. То есть основой произведения является не бумага или холст, а, например, металлическая поверхность. Для меня это было близко, потому что когда я занимался афортом, там же в чем состоит технология? Есть металлическая доска, гладко отполированная, как зеркало, на которую нанесен рисунок. И она натирается краской. И вот это выглядит совершенно фантастически удивительно. Но потом, когда мы это печатаем на бумагу, рисунок переходит на бумагу, и произведением для нас является именно оттиск бумажный. А вот эта красота металла в сочетании с краской, она уходит, это видит только художник. И я решил попробовать создать что-то вот такое, привнести элементы вот именно этих металлических, таких вот переливающихся каких-то неоднозначных поверхностей в саму ткань произведения. Я пробовал работать на разных металлах, на цинковых досках в качестве основы, на меди, на стали. Но понятно, что это они получались очень тяжелые, во-первых, трудные в обработке и, ну, сложные для экспонирования. А этот материал, вот, который мы видим перед собой, это типографская паталь, так называемая. То есть вот очень тонкая фольга, которая просто приклеивается. Она бывает разных цветов, золотая, серебряная. То есть это материал очень доступный, пластичный. И как-то он мне полюбился. Я сделал несколько экспериментов с ней. Понял, что это, в общем, многообещающая техника, и я очень много произведений в этом жанре создал. Вообще это, как по классификации, наверное, можно назвать именно станковой графикой в разделе «смешанная техника», в скобочках «паталь». Но здесь использованы, кроме патали, еще самые разные краски. Здесь и, ну, раньше говорили темпера, теперь это акрил. Но я использую вот акрил, акварель, тушь, цветные карандаши, пастель. Вот здесь вот это намешано все. Поэтому эта техника, она есть смешанная. Мне нравится, как вот странно и неоднозначно ведет себя материал, в зависимости от освещения, в зависимости даже вот от вашей точки зрения на него. Когда она висит, вот экспонируется на выставке, эта картина, когда вы проходите мимо, она переливается совершенно непредсказуемым образом, она живет самостоятельно своей жизнью, она становится своим каким-то пространством. Вот это меня в этой технике и привлекает.
Хотя, в общем, я слышал и отрицательные отзывы, потому что мне говорили, что это излишний контраст, как бы вот это рвет глаз, и, ну, знаете, во всем можно найти и положительные, и отрицательные стороны. Я считаю, вот, что положительного в этом больше все-таки. Просто изначально, когда я шла, я слышала, что вы художник. А уже потом, впоследствии, когда я начала о вас узнавать, я узнала, что вы еще и фотографируете. И вот можете рассказать, как вы от изобразительного искусства перешли к фотографии? Ну, конечно, можно попробовать. Фотографией я занимался вообще почти всю сознательную жизнь, практически там, ну, с начальных классов школы еще. То есть, ну, не с первого, конечно, но класса с четвертого, пятого, вот так вот. У нас было в семье несколько фотоаппаратов, тогда это было, в общем, опять же, не так, как сейчас, все это было гораздо более трудно. Процессы были трудоемкие, не такие, как вот это сейчас нажимаешь кнопку, совершенно не думая, фотоаппарат делает все сам. Тогда это надо было изучать, заниматься там проявкой, печатью, это целая, в общем, наука, которая сейчас в значительной степени утрачена, я считаю. И поэтому она как-то вот фотография меня сопровождала, так сказать, параллельно по жизни, параллельно изобразительному искусству. Но я серьезного внимания как бы на нее не обращал, то есть, ну, она была такой для меня, можно сказать, ну, как семейный архив, репортажный, ну, что-то там пытался сделать, какие-то интересные вещи, иногда приходило вдохновение. А потом как раз, когда вот уже в относительно недавнее время, лет, наверное, 15 назад, когда появились вот цифровые фотоаппараты, когда это стало более, ну, проще этим заниматься, потому что в жизни не хватает времени на все увлечения, на все хобби и вообще на все, что тебе интересно. Все, чем ты занимаешься, обязательно наносит ущерб другому занятию. А это стало более как-то вот доступно, более подвижно. Я купил себе цифровой фотоаппарат, сейчас уже не помню даже какой. Ну, вообще я поклонник фирмы Sony, специально в пику Canon'ом и Nikon'ом. Я работал только на Sony, ну и стал пытаться сделать действительно художественную фотографию, следить за теми выставками, потому что за выставками, которые проводятся и в России, и за рубежом, сейчас это опять же стало намного более доступно, потому что сидя дома у себя у компьютера, ты можешь отправить свои работы в любую страну мира практически. Это очень легко, не только как раньше, это надо было напечатать, пойти на почту, отправить посылку в какую-нибудь Аргентину или еще куда-нибудь, то есть представляете себе, вот, да. А сейчас это стало просто и легко. И меня захватил вот этот вот азарт. Я захотел как бы показать себя и добиться каких-то результатов и на этом поприще. Естественно, что у меня, как у художника, был свой взгляд на то, что я делаю. Я к фотографии, в общем, отношусь очень так творчески. Она для меня вот то, что выходит просто так из фотоаппарата, это еще не канон и не идеал и не эталон. То есть я потом подвергаю это все сильной обработке. Так же, как когда я занимался и такой аналоговой фотографией. То есть, если раньше при печати фотографии можно было там где-то потереть ее пальцем фотографию, что-нибудь подсунуть в увеличитель, сам, который проецирует свет, понимаете? Для меня вот и компьютер в этом смысле тот же самый увеличитель. То есть, я с этой фотографией делаю, что хочу. Ну и, в общем, мне удалось добиться здесь определенных успехов. Мои работы многократно выставлялись на разных выставках, экспонировались, получали различные награды, там, медали, дипломы. Ну, в последнее время, правда, это стало довольно затруднительно в связи с вот этими многочисленными санкциями, скажем так, с политической повесткой. И просто я понял, что мне, наверное, не имеет смысла дальше этим заниматься вот в таком общественном поле. То есть для себя я продолжаю что-то делать, для своих друзей, может быть, там у меня есть творческие проекты, которые я сейчас делаю, но на международных выставках я практически перестал участвовать. Сейчас вот я работаю, ну, я надеюсь, что этот проект осуществится и станет достаточно таким большим и значимым над портретами наших земляков, магаданцев и колымчан, участников СВО. Мы вот сделали, обработали уже, значит, несколько человек портреты, но пока идет довольно затруднительно, потому что понятно, что, ну, жизнь, она реальна, люди очень сильно заняты, у всех очень жесткое расписание, поэтому урвать вот хотя бы час для такого, это довольно сложно. Но я надеюсь, еще раз говорю, что в течение вот этого года там мы что-то такое значимое для Магадана сделаем. То есть вот ваш, как, наверное, я поняла, любимый жанр, ладно, не любимый жанр, но просто вы даете предпочтение портретам, именно людям. Ну, в принципе, наверное, да. Ну, я снимал во всех жанрах, и натюрморт, и, разумеется, пейзаж, потому что я очень люблю нашу магаданскую природу, она
просто неисчерпаем, очень драматично, выразительно, пафосно, можно даже так сказать. Но, конечно, если ты занимаешься портретом и такой студийной съемкой, это гораздо более доступно, потому что не надо планировать какие-то экспедиционные выезды, ждать на природе определенных освещений, понимаете? То есть здесь у тебя все под рукой в мастерской. Ты можешь сам формировать какие-то локации, какую-то эмоциональную атмосферу. Ну, и портреты я снимал, и пейзаж, и натюрморт, и обнаженную натуру, и какие-то даже сложные сюжетные композиции. Было несколько творческих больших проектов, где я пытался создать некий такой вымышленный театральный мир. По результатам этих проектов, значит, было даже несколько выставок. Она и сейчас, по-моему, одна из них экспонируется в нашем театре. То есть, ну, для меня фотография была, вот она и остается не неким таким вот репортажным, скажем так, фиксирующим средством, а способом, ну, и познания мира, ну, и создания своих миров, назовем это так. А вот теперь вопрос. Меня, как представителя уже нового поколения, у нас же сейчас вообще все вокруг нейросети. Меня вот интересует, вы как-то применяете нейросети в своей практике, может быть, работе? Я попробовал один раз, да. Я к этому отношусь вот так же, как, поскольку я художник, как к тому же материалу, вот на чем я крашу, простите, на чем я рисую. Оно для меня вот, я попробовал, и все это переделал потом в графическом редакторе под то, под что видел бы я. То есть она для меня послужила просто источником такого сырья, как бы неким эскизом, который я потом преобразовал в некое произведение. То же самое, вот, что я говорил о фотографии. Когда вот из фотографии фотоаппарат создает вот этот снимок, неважно, в RAW там он или в JPEG, я потом его переделываю в тот мир, в то видение, которое я хочу. Также и нейросеть, вот в том случае, что я с ней работал, она не была как бы каноном и идеалом, то, что она мне выдала. Я ее всю перепахал. Угу. То есть, ну, по сути, нейросеть такой же инструмент, как фотография. Ну, разумеется, только с этой точки зрения это и можно рассматривать. Угу. Я думаю, что законченное произведение она может выдавать, но в таком утилитарном смысле, как вот, например, там, ну, я не знаю, этикетки на моющие средства или еще что-нибудь. А в плане создания неких эмоциональных вещей, каких-то духовных ценностей, тут нечего делать никаким нейросетям однозначно. Какой для вас, возможно, идеал работы? Не в том смысле, что это произведение идеально, а в том, что оно вот что должно быть в этом произведении, чтобы оно вас зацепило? Даже сложно сказать. Иногда это бывает очень неожиданно, непредсказуемо, потому что, ну, как-то даже вот попробовать сформулировать. Иногда не все произведение, а какой-то фрагмент. Какой-то вот я как график, например, очень остро чувствую вот линию, понимаете? То есть, когда ты на нее смотришь, вот на ее повороты, изгибы, и следишь за эмоцией художника, который вот это рисовал рукой, ты начинаешь это чувствовать. Иногда она как бы растворена, впаяна в общую ткань произведения. А иногда она начинает жить самостоятельной жизнью, понимаете? И тебя цепляет именно это. Вот какой-то один поворот, какое-то одно пятно, некий композиционный центр, может быть, вот так. Ну и произведения бывают разные, потому что, ну, я и живопись люблю, и есть масса прекрасных художников и наших, и отечественных, и русских, и зарубежных, которых я периодически пересматриваю, которыми я просто наслаждаюсь, которым я пытаюсь, может быть, даже подражать в хорошем смысле, но подражать впрямую физически невозможно, потому что в любом случае, когда ты пытаешься повторить чью-то работу, тебя уводит своим путем твоя эмоциональность, твой жизненный опыт, твой талант. Поэтому так вдохновения вокруг очень много и в работах других художников, и в природе просто, в людях, в чем угодно. А вот есть еще среди творцов такие две точки зрения на творчество. Что одни говорят, что художник должен, скажем так, отвечать, реагировать на какие-то общественные, возможно, события, происходящие вокруг, на какие-то социальные конфликты. А другие говорят о том, что творец должен именно просто создавать, ну, там, сторонники того же чистого искусства. А вот что вы насчет этого думаете? Какой должен быть творец? Ну, я думаю, что
Здесь ответ лежит вот где-то посередине. Потому что полностью замыкаться в себе, как это вот есть известное выражение, сферический конь в вакууме, это неправильно и невозможно. Так или иначе, то время, в которое ты живешь, так или иначе, оно откладывает отпечаток на творчестве человека. Невозможно быть абсолютно изолированным от того мира, от той социальной ситуации, от той политики, в которой ты живешь. Другое дело, что как художник преломляет в себе это. Потому что отголоски этих событий, они находят воплощение в работах так или иначе, даже на подсознательном уровне, понимаете? Ну вот и я тоже обращался, скажем так, к социальной теме, но пытался переосмыслить ее по-своему, не на уровне, скажем так, ну плакатного какого-то искусства и прямой иллюстрации каких-то событий, а на уровне попытки осмысления, ну в каком-то, если можно выразиться, даже философском смысле. То есть с помощью каких-то аллегорий, может быть, с помощью каких-то эпитетов, как-то вот своим языком, языком графики, языком искусства. Но в любом случае, конечно, тот мир, в котором мы живем, он никуда не девается, он отпечатывается в творчестве художника. Невозможно быть абсолютно замкнутым. А вот у меня вопрос, не было ли у вас синдрома самозванца, называемого? Это как поподробнее? Например, в какой момент жизни вы вот точно поняли то, что вот все, я художник, профессионально уже? Ну, это же так... Я боюсь, что такой вопрос вот как бы одномоментный, но он не возникал даже. Просто сам процесс творчества, процесс созидания, он вообще, если честно говорить, достаточно мучителен. И поэтому вот это вот развитие, постоянные сомнения в себе и терзания, они сопутствуют художнику всю жизнь. Это и бессонные ночи, и какие-то там попытки порвать и уничтожить произведение, и наплевать на все. Оно никуда не девается, и с этим живешь, и к этому нельзя привыкнуть, но это данность просто. Иногда это проявляется как-то острее, резче, иногда затихает, но это просто развитие. И любое произведение довести до конца, в общем, бывает довольно сложно, потому что иногда оно тебя захватывает, начинает просто вести за собой, и ты потом, в конце концов, понимаешь, что перед тобой уже не совсем то, что ты даже хотел сделать. И вот здесь важно вовремя останавливаться. А иногда бывает так, что вот ты работаешь над произведением и просто сам видишь, что все уже достаточно. И, ну, конечно, ты оцениваешь свой уровень, скажем так, применительно к каким-то и великим, и не очень великим, каким-то достижениям, смотришь, достойно оно этого или нет, и этот вопрос приходится решать постоянно. То есть нравится тебе самому, что ты делаешь или нет, и достойно ли оно висеть вот в выставочном зале. Это на всю жизнь. Стезя сомнений. Куда можно прийти и посмотреть большинство вот ваших работ? Либо куда обратиться можно? Ну вот, общественная творческая организация «Культура», а «Топ-культура», у них в актовом зале. Только у них надо предварительно договориться, потому что, ну или как-то скоординироваться. Потому что там это, ну не актовый, конференц-зал, где они проводят тоже свои мероприятия. Там может быть просто занято, понимаете? Просто с ними сначала поговорить, и так-то без проблем они пускают. И потом вот есть такая, значит, точка, называется «Культурное пространство» Александра Солдатова на Карла Маркса. Там тоже висят работы именно вот в моем творческом жанре. То есть это не салонная живопись, это именно то, вот, что я считаю для себя искусством, в чем, ну, я старался добиться каких-то результатов и как-то вот проявить себя как личность и как художник. Вот в Магадане сейчас две таких точки. Может быть, решится вопрос с металлистом. Рано или поздно я надеюсь, что он все-таки откроется, но пока об этом речи нет. Но есть какое-то ощущение, что не хватает магаданским художникам пространства для выставления? Ну, это постоянно было, да. Сейчас-то еще художников, в общем, стало гораздо меньше. А раньше, да. Раньше же был выставочный зал, проводили выставки именно в музее. Там на третьем, по-моему, этаже, где сейчас вот постоянная экспозиция. Я еще застал это время, это были 80-е годы вот прошлого века. Мы там проводили областные выставки. Было несколько проектов, мы обсуждали вот и с мэрией, и с различными организациями, наш союз художников, либо о покупке, либо о постройке каких-то, значит, вот выставочных площадей. Но пока, к сожалению, это неосуществимо, потому что Магадан – город очень специфический. Да. Я знаю, что вы родились не в Магадане.
И вы в 2001 году сюда вернулись. А не было ли у вас мысли уехать отсюда? Или вы привязаны к этому месту? Ну, мысли отсюда уехать не было никогда. Просто жизнь, она складывается по-разному. Я действительно родился не в Магадане в 63-м году, но в 66-м году наша семья переехала сюда, потому что отца пригласили на работу в Магаданский театр. Мы перебрались сюда, здесь уже родился мой брат, и все детство, и отрочество, скажем так, я провел в Магадане. То есть Магадан – это моя духовная родина, если можно так сказать. Потом я поехал учиться в Куйбышев, в Самара. По окончании училища я вернулся опять в Магадан. Работал здесь в художественном фонде несколько лет. Ну, потом судьба повернулась так, что я решил поехать в Тамбов пожить. Я прожил там довольно много, около 13 лет. А потом вернулся все-таки в Магадан, потому что, ну, Магадан – это мое место предопределения, и уезжать отсюда я не собираюсь. Мне здесь хорошо, я люблю этот город, люблю этих людей, и никаких позывов менять место жительства у меня нет. Несмотря на все те, скажем так, в кавычках, трудности и условности, которые сопутствуют нашей магаданской жизни. А есть какие-то, может быть, ну, вот банальный вопрос, любимые места в городе? Может, воспоминания какие-то связаны с ними? Наверное, есть. Ну, конечно, это старый центр города, это улица Ленина, угол Портовый, парк, театр, в котором тоже прошло, можно сказать, все мое детство. Ну, вот в основном, конечно, центр и ближайшие окраины. Вот сопка за 11-й школой бывшей, куда мы ходили с мамой загорать еще, и потом уже по мере взросления я ходил уже и сам, и с друзьями, и все здесь окрестности, и Излазина вокруг, и одна сопка, и вторая, и третья, и обе бухты. Поэтому, ну, этот город, он меня окружает, он часть меня, или я часть его. Там очень много разных мест, которые можно вспомнить, в том же самом парке, площадь около Телевышки, бухта Нагаева. У меня с этим очень многое связано, и школьных, и детских воспоминаний, да. Человек севера, кто это для вас? Ну, это, безусловно, личность. Это человек сильный духом, сильный телом, привыкший преодолевать какие-то жизненные, природные и другие трудности, который живет в суровом месте, который привык совершать открытия, наверное, так, у которого есть тяга к этим открытиям, который живет на границе, наверное, так можно сказать, обитаемого мира, на краю Вселенной. Для него север – это вот форпост. Основная наша страна, основная Россия, она там, за нами. А мы живем вот здесь, на границе, это форпост крайний. Дальше ничего нет. Поэтому в этом смысле, ну, наверное, если свести это к одному слову, человек севера – это первопроходец. Этой теме я, кстати, посвящал несколько циклов даже, наверное, так можно сказать, своих работ, потому что она меня сильно волновала, мне было интересно попробовать прочувствовать вот эти образы, как-то перенести их, воплотить, наверное, то, что я знаю о них, как я себе их представляю. Наверное, я буду возвращаться к этой теме еще и неоднократно. Сейчас пока таких идей у меня нет, но, наверное, должно пройти какое-то время, чтобы впечатления устоялись, возникли какие-то новые идеи, и, наверное, я к этому все-таки вернусь. Вы довольны? Да. Давайте поаплодируем. Спасибо вам. Я очень тронут вашим вниманием.